Ай. Убери. Ух, какая здоровая лужа, да? Народ, всем доброго времени суток. Меня зовут Дима, это канал Медустер. И в этом видеоролике снова коп с металлоискателем МД-4030 на настройках All Metal. То есть будем копать все подряд сигналы. И вот, кстати, первый. Ой, так. Ну чё, давайте сейчас буду откапывать и покажу, что здесь было. Фух, смотрите, откопал. Что это у нас тут было? О, круто, лемех. Ну что ж, начало положено. Давайте идти дальше. Знаете, вот реально, сегодня хотел так покопать мелочевку. Там какие-нибудь маленькие там болтики, гаечки. Первая находка и такой. Мне нравится. Ну все, тогда давайте до следующего сигнала. Кстати, яму закопал. Еще один сигнальчик. Сейчас буду откапывать. Так. Так, вроде откопал. Что это такое? Слушайте, я не знаю, что это. Грамм 200-300 весит. Ну, прикольно. Кладем, идем дальше. До следующего сигнала, ребят. Так, ребят, нашел еще один сигнальчик. Ну что, сейчас будем откапывать, посмотрим, что здесь было. Искатель вырубаем, берем лопатку и начинаем копать. О, а что такое, он что, поверхностный, что ли? О, прикольно. Поверхностные сигналы, это всегда хорошо. А, вот такая жестянка, да? Ну ничего. Все равно прикольно. Хотя, мне кажется, вот что-то сигнал там на более большую площадь было. Ну-ка, сейчас проверим. Так, лопату уберем. Ну, окей, значит, показалось. Вот такая уж карбонка на поверхности была. Идем дальше. Давайте. До следующего сигнала, ребят. Так, смотрите, нашел такой вот интересный сигнальчик. Это сейчас здесь крем выставлен на 12 часов. То есть, значит, либо здесь крышка, ну, так как пишет на маленькую площадь, либо цветняк. Давайте просто сейчас вот ради прикола я откопаю этот сигнал, покажу, что здесь было. Давайте. Ну да, все верно, как и предполагалось. Здесь лежала вот такая вот алюминиевая обробочка. Хорошо, что она лежала не сильно глубоко, то есть буквально там пол штыка лопаты и все. Ну, вот такие вот дела. Ребят, смотрите, какой сигнальчик поймал. Ну что, будем копать.
Сейчас откопаю, покажу, что здесь было. Понятно, что здесь было. Вот такая вот банка. Ну ничего, не расстраиваемся. Идем копать дальше. Так, народ, еще один сигнальчик. Приглядываемся. А это у нас вот такая вот железная проволока. Прикольно, что? Забираем. Мой пепелац стоит. И вот сюда вот к находочкам оттараканиваем ее. Что, идем дальше. Смотрите, какое поле большое. А вот лемех и сейчас вот эту вот шкарбонку, там банку, вот в этой получается лесополосе, не лесополосе, вот где акация копал. Давайте сейчас немножечко пройду вот это вот поле и, наверное, буду завершать видеоролик. Кстати, ребят, МД-4030, МД-4030 Pro, МД-4080, GTX-5030, R944M, МД-4060, 4090 и другие металлоискатели можно купить в моей группе по продаже металлоискателей. Ссылку на эту группу я оставлю в описании. Там, в принципе, мой номер телефона, моя страница ВКонтакте. Если у вас будут какие-то вопросы, то не стесняйтесь, задавайте. Ребят, и не нужно мне сейчас писать: «Дима, у тебя там сильно дорого, я лучше куплю на Алиэкспрессе». Не надо. Хотите, покупайте на Алиэкспрессе. Но я уже поднимал эту тему и, в принципе, поднимаю эту тему в каждом видеоролике, где я пиарю свою группу по продаже. Ребят, я не покупаю эти металлоискатели на Алиэкспрессе. Я их беру оптом у российского поставщика. Мне не приходят вот таких вот больших коробках. Вот сейчас я даже приложу фотографии. Ребят, года 2-3... наверное, уже 3 года назад я работал с Китаем, когда вот только-только начинал заниматься, так скажем, вот этой вот деятельностью, связанной с металлоискателями. Вы не поверите, каждый второй металлоискатель приходил бракованный. Это хорошо, что приходил бракованный там в виде погнутой штанги, там, цокнутой катушки, например, цокнутого блока, это ничего страшного. А бывало приходила, например, катушка напополам разломанная, блок в щи убитый. Ну, вот такие вот дела. И еще. Я даю гарантию на металлоискателя. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. В принципе, можете написать в сообщение сообщества, можете написать мне ВКонтакте, можете мне позвонить, там мой номер телефона указан. Пообщаемся. Вообще без проблем. Ну и еще один момент. Упаковываю я металлоискатели тоже божественно. Если почта захочет поиграть металлоискателем во время пересылки в футбол, он выживет. Блок управления в пупырку, катушку в пупырке, штанги в пупырку, там все в пупырке, вот так вот. В общем, ссылка на группу будет в описании. А время подводить итоги, что мне удалось накопать. Давайте. Получается, вот она наша заветная сумочка. Ой, что же я это отбросил-то? Иди сюда. Получается, что вот такая вот проволока, это получается вдоль дороги. Один лемех. Одна получается такая шкарбонка, одна банка. А, вон там еще алюминиевая, кстати, банка вроде есть. Ну, в общем, такие результаты. Да, не густо, но, в принципе, я сейчас вышел, во-первых, чтобы пропиарить свою группу, а во-вторых, так, развеяться, потому что дома уже засиделся. Сейчас и экзамены были. Короче, как-то так. Ребят, ну, если вам понравился данный видеоролик, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, ну и напишите комментарий. Всего доброго, любви, здоровья.